Пока ничего. Сигнатура энергии в парке отсутствует в базе данных. Почему бы мне не последовать за ними, вибрируя с той же частотой? Потому что мы не знаем, безопасно ли там, куда они отправились. И отправились ли они куда-нибудь вообще? Супермен прав. Это слишком рискованно. Жаль, что я не сумел их поймать. Мы найдем их. Мы обязаны их найти. Это редчайшее удовольствие, Ваше Величество. Мне нужна информация о властях наземного мира, прошлых и настоящих. А, для обсуждения перемирия с Верховным Советником? Да, для переговоров. К сожалению, наши ресурсы ограничены. Супермен весьма неохотно раскрывает подробности устройства своего режима. Расскажи, что тебе известно. Как он стал правителем? Это может натолкнуть нас на новую стратегию ведения переговоров. Для меня это большая честь, сэр. 5 лет назад негодяй Джокер обманом заставил Супермена убить свою жену и нерожденного сына и уничтожить Метрополис. Вне себя от горя Супермен убил Джокера. Да, мы все помним, где были в тот день. После этого он перестал сдерживаться. Вместе с единомышленниками из числа металюдей он принялся карать преступников без суда и следствия. Он стал весьма популярен. Поверхностный мир отчаянно нуждался в сильном лидере. Супермен сосредоточил в своих руках всю полноту власти и создал режим единой земли. Демократичные институты были низвергнуты. Сир, послы Верховного Советника ожидают вас в тронном зале. Флэш, Шазам, добро пожаловать. Ваше Величество, для нас большая честь встретиться с вами и быть первыми гостями Атлантиды из наземного мира. Да, нам нужно обсудить важный вопрос. Договор. Итоговый вариант. Супермен рад, что вы согласились на его условия. Разрешите? Что-то не так, Ваше Величество? Здесь же говорится о полном подчинении. Супермен будет править Атлантидой. Вы согласились на это? Это то, чего мы ждем. Вы мне угрожаете? Осторожней. Выполняем приказ. Можете передать Супермену, что ему никогда не заполучить Атлантиду. Ага, хуй ему полбу, а не Атлантиду. Захотел еще, слышь, моих рыбок, моих тут, блядь, медуз, осьминогов захотел. Русалок тут себе в рабство забрать. Ага, фигушки ему. Так и передайте. Тихо. Эй, эй, аккуратно, Флэш. Не так быстро. Ты на чужой территории, понял? Чужая территория тебя тут особо не жалует. Вот так вот, натыкать тебе надо. Это первое число. Отлично. Тихо, тихо, сейчас тебя порву. Я тебя порву, понял, зараза? На-ка, щеглы. С каких это пор у суперменов в послах такие пацанчики? Маленькие пацаны, щеглы, щеглята, блядь. Один Шазам, который, по сути, ребенок, превращающийся в некое подобие божества молнии. А я тут, блин, еще какой-то Флэш, тоже пацан. Супер скоростной, но супер хилый. Так, акула, разберись. Блять, он не достал. И как обычно, смотри. Они хитрые, заразы. Они активируют столкновение, как только я шкалу всю свою потрачу на супер прием. Это тебе не поможет, мужик, не поможет. Блин, опять ты танцуешь. Не танцуй, чувак, не надо танцевать. Все. Давай теперь Шазама сюда. К черту твои приказы! Давайте не будем заходить дальше. Я хочу поговорить с Суперменом. Суперменом не разговаривает, а выполняет его приказы. Ты выполнишь свое обещание.
Фух, ты не охуел, слышь? Приперся ко мне в царство, в мою Атлантиду, еще тут требует что-то от меня. Тебе тут, блядь, хлеб с тобой преломили, вином угостили, а ты мои плиты тут расхуяриваешь. Какого хера ты делаешь? Кран не трожь, не ты за него платил. Ты за воду не платил, я платил, я трону. На. Отлично. Защищайся, Аквамен. А, тут орать умеешь. Иди пари в другом месте, тут тебе не зал для оров. Отлично. Они, смотри, они дети просто. Флэша легко уделал, этого легко сейчас уделаем. Мой трезубец только так вас покарает. Давай вилкой ему в жопу поколем. Да блин, не танцуй, ну, ну блин. Нельзя, короче, нажимать одновременно, я понял. Нельзя нажимать одновременно сильный удар и очень сильный удар. А нет, средний и сильный, вот. Нельзя нажимать. Вот видишь, море сказало вам нет. Рыбы сказали вам нет. Так что передайте вашему супермену все, что мы тут вам сказали. Ублюдки. Вот так вот, понял? Атлантида не ваша. Не важно из вас двоих дипломат. Я это тоже говорил. Вот он, сир. Ясно. Это параллельное измерение. На кого ты работаешь, узурпатор? На Ската? На повелителя океанов? Я король Атлантиды, мне никто не указ, в отличие от тебя. Следи за тем, что говоришь. И ты отдашь свое королевство чужаку из наземного мира, как пару ношенных сапог? По договору Супермен обязан признать наш суверенитет и заботиться об океанах. Вы предоставили ему целую армию. Это необходимый компромисс. Больше похоже на умиротворение агрессора. Хватит. Схватить его. Давай, карате, пацан. Опа. Сапогом по еблищу. Ну что, схватили меня? Нео, матрица пошла. Смотри. Аквамен, давай не глядя отбивай. Как Нео. Оп. Я собирался предложить тебе помощь. Я передумал. Да, ты меня разозлил, понял? Пусть теперь я не помощь. На. Вай, вали его, Аквамен. Ты, блин, какой же из тебя король Атлантиды, если ты свое царство продаешь? Продаешь тупо, чтобы Супермена не разгневать. Стыж, боишься его. Да ты, блин, море свое призови на землю. Акулы и там скаты, блядь, ему тупо поебалу надают. Если ты боишься. Там медуз, русалок позови. Рыба меч ему в жопу пускай залезет. С разгона. Ну ж море, блин, оно ж тебя слушается. Оно только за тебя всегда, оно тебя не предаст. В отличие от того, что ты сейчас предаешь. Вот скотина. Попал таки. Вот почему ты так же не можешь с Суперменом поступить? Почему ты ему царство свое отдаешь, дебил? На. А я что не могу? А, я еще шкалу не набрал. Сейчас тогда открою краник. Краник дай открыть. Вот так вот. А теперь поговорим. По душам. Давайте, ребёхте, покажите, кто тут главный. Все, акулу покормили. Тихо. На. Да за... Он специально это делает, чтобы выиграть, чтобы здоровье себе еще набрать. Знает, что у меня шкалы этой уже нету. И активирует столкновение. Мудила хитрая. Во! Красота! Все, давай! Да! Че? Помог тебе твой шарик? Давайте обсудим новый курс внешней политики. Убейте его! Что теперь?
Вот так сначала бьют. Хотя я, конечно, подлил немного масла в огонь. Арес, почему ты здесь? Я питаюсь раздором. До сегодняшнего дня я голодал. Я почувствовал агрессию и нашел источник. Более того, ты привел нас сюда. Это был не я. Но я могу догадаться, кто это сделал. Не нужно подливать масло в мой огонь, Арес. Скажи мне, кто это. Ты считаешь, что можешь мной командовать? Да. И ты мне подчинишься. Понял? Ты, конечно же, бог, Арес, но мне как-то бог. Бог тут я. И песня тут моя. Это Атлантида. В Атлантиде я в 100 раз сильнее, чем на Земле. На-ка. 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 Сейчас мой трезубец решит все. А слышь, получается, кто-то привел нас сюда всех. Может быть, Бэтмен этот привел, типа, ну... Бэтмен этой земли нас сюда всех привел. Это что, это бог? Это бог войны? Арес, не позорься, уйди! Лучше уйди и не позорься. Как ребенка его уделаем, смотри. Да в жопу иди. Хорошо. На. Сюда подошел. Сюда, говорю, подошел. Вот так. Вот так. Ха, пол подмели Аресом, реально. А. Самое время покормить моих рыбок. Вот так вот. Что теперь скажешь, бог? Ой, сосался ты, запрятался, невидимка. Какой невидимка, я от твоих когтей насквозь вижу, понял? Ты слаб, Арес. Это точно, золотые слова. Во время правления Супермена раздора почти не осталось. Я практически обессилен. Если ты не переместил нас сюда, то кто? Те, кто положат конец правлению Супермена. Повстанцы. Герой? Только один. Остальные, бросившие вызов Супермену, были уничтожены. Он убил их. Остались только те, кто присоединился к нему. И несколько бывших злодеев, которых он подкупил или заставил подчиниться. Мне нужно присоединиться к товарищам. Они сейчас у повстанцев. Отправь меня к ним. Как ты сюда попал? Арес. Не наш Арес. Мы знаем. Познакомься с не нашим Бэтменом. А я-то думал, как вернуть тебя из Атлантиды. Голова болит? Не хочу, чтобы заболела. Это усилитель прочности. 5U93P. Как таблетка, криптонские нанотехнологии. Увеличивает прочность костей и эластичность мышц на несколько тысяч процентов. Бэт тебе позже расскажет подробности, если тебя вдруг отделяет бессонница. Он позаимствовал рецепт у Супермена. Суп скормит этой штукой своих подручных. Да, я встретил парочку наших злых двойников. Они не злые. Большинство из них подчиняются Супермену, потому что боятся его, или заблуждаются, думая, что он прав. Так ты остался один? Не один. Что это? Как ты смог выжить? Он со мной. В отличие от вашего Лютера, я никогда не нарушал закон. Супермен не подозревает, что его лучший друг спонсирует повстанцев. Лютер держит это в тайне. Люди, критикующие Супермена, исчезают. Чиновники, активисты, журналисты. Теперь мы здесь. Может, объяснишь, почему выбрал нас? И почему без спроса нас куда-то потащил? Мы вообще-то были заняты. Бомба? Она не взорвалась. Ваше перемещение каким-то образом предотвратило взрыв. Откуда ты это знаешь? Мы за вами четверыми уже давно следим. У меня есть оружие, способное победить Супермена. Криптонитовый лазер, который... Стой! Криптонитовое оружие? Если ты его убьешь, чем ты лучше его? Я не говорил убить. Оно выведет его из строя, не более того. Оружие в Бэт-пещере. Чтобы достать его, мне нужна ваша ДНК. Ошейник работает. Хорошо. Он не восприимчив к переобучению.
Ты уверен, что не хочешь, чтобы я осталась? Кэл, я знаю, что ты не потерял суперслух. Ты не против этого? Того, что мы вместе? Ну, конечно. Я не пытаюсь ее заменить. Я просто подумала, что мы... Я знаю. Продолжай. Все в порядке. Я ухожу. Я просто пришла сказать, что фонарь здесь. Суперслух работает. Верховный советник, у Дианы отличный новый имидж. У нас проблема. Я видел двойника Дианы и кого-то очень похожего на Оливера Квина. И Хэла Джордана. Найди их. И остальных, если они есть, тоже. И я хочу все знать. Глава 4. Джокер. Спасибо, что подбросил. Ты забавный парень. Ты уверен, что мои старые кореша здесь? Да, возможно, здесь они мертвы. Законопослушными? Прикуси язык. Интересно. Моя слава шагает впереди меня. Прямо по чайнику. Пожалуйста, не уходи. Соткнись, Клоу. О, ты повредил ногу. Не хочешь повредить шею? Так, получается, Бэтмен преследует Джокера. Все еще преследует его. Никак от него не отстанет, и нам наконец-то дали, наконец-то, отмутузить Бэтмена Джокером. Надо взять реванш. И, блин, нам реально игра нас заставляет играть за злодея и отмутузить героя. Ну, раз так надо, значит надо. Спокойно. Ух, тут три. Ломак эту подхерачил. Вот веселящий газ, у него, блин, кислота какая-то в кармане. У него нож, у него, блин, капец. А еще у него адский смех. Балконы какие-то падают, все, короче, рушится. Что тут с этим городом происходит? Давай, может, Бэтмен, вместо того, чтобы тут нам драться друг с другом, выясним, куда мы попали, и давай как-то вместе скооперируемся, чтобы отсюда выбраться. Иначе я тебя порежу на куски. Если ты не будешь меня слушать. На! На! Вот так. Вот так. Скушай вот этот пирожок. Вообще красава. Уделал, уделал, урыл. Ау! Хорош меня подтягивать. Задолбал. На, наживые. Смотри, Джокер победил Бэтмена. А теперь мой хмурый летающий грызун. Улыбка лучшее лекарство. Такой прекрасный момент. Незачем торопиться. Не взялись без меня. Бэтмен, давно не виделись. Вставай, пойдем. Не думаю, Орлица. А я без камеры. Я получил бы 1 010 000 просмотров. Правый. Отлично. Да. Хорошие новости, Супермен. Мы схватили Бэтмена. Иду. Я уже скучаю. На чем я остановился перед тем, как меня так грубо набили свинцом?
Харли? Харлин. Не сообщили, что какой-то разодетый под Джокера урод сражался с двойником Бэтмена? Ты выглядишь как надо, и смелости тебе не занимать. Но ты не имеешь права подражать ему. Джокер был героем, ты ему в подметки не годишься. Харли, это я. Я и есть Джокер. Смотри, у меня на трусах написано. Не смешно, урод. Никто не имеет права выдавать себя за мистера Джея. Так я, блядь, и есть мистер Джей, только ты какая-то не моя, Харли. Та потемнее была. Или ты успела покраситься? Тебе не идет, если я скажу так. У тебя трусы вылазят, ты в курсе? Их аж видно здесь. Вот почему в Injustice 2 Харли не такая? Тут она прикольнее так как-то смотрится, даже с вылазящими трусами. Или там уже без Джокера, она, наверное, там уже стала немножко покультурнее. На. Подыши газом немножко. Я тебе объясняю, я твой и есть Джокер, просто я с другой планеты. Опс. Как она может меня не узнать? Ну хорошо, там ихний Джокер погиб, я понимаю, прошло 5 лет. Но я же точно так же себя веду, и же точно такой же голос. Ты чё, блядь, у тебя мозги все уже выветрились? Чё ты нюхала после моей смерти, Харли? Слышал, ты там еще собак завела. Во второй части, по крайней мере. Тихо, на, пирожок. Не хочет, она не хочет быть жирной, приколись. Ладно, Харли, коль ты не ешь после 9, на тебе вот так. Мы успокоились? Это ты. Это видно потому, как ты двигаешься. Как ты дерешься. Ну, да. Это любовь. Ты почувствовала любовь, да? Я снова ощущаю себя собой. Джокер мертв, но ты... Это непривычным деготом, но Джокер — это я, дорогуша. Я ведь твой Джокер, Харли. Харли? Сладкий! Пойдем, с тобой хотят повидаться. Окей, Брюс, готов принимать гостей? Расческа нужна? Молодец, Хэл. Как ты? Это не он. Что? ДНК совпадает с ДНК Брюса Уэйна, но показатели другие. Так ты один из двойников. Говори, зачем ты здесь? Мне нравится смена декора. Архэм выглядит бесподобно. Дорогие члены клана Джокера. Вы знаете правду о происшествии в Метрополисе. Тех людей погубил Супермен. А потом он попытался убить меня. Я благодарен вам за то, что вы сделали в памяти по мне. За то, что причиняли неудобства, вызывали волнение и всячески досаждали Супермену. Но давайте мыслить глобальней. Мечтатель. Харли говорит, что эту таблетку Супермен разработал для своих подручных. Потом ее заполучили повстанцы Бэтмена, теперь у нас она тоже есть. С этой штукой будет не больно, даже если на тебя упадет автобус. Мечта комедианта. С этого момента мы станем не просто досаждать. Лающая собака станет разъяренным слоном. Подушка-пердушка Мирой. Джокер. Королем. Поверить не могу, что уцелела. Спасибо, что-то таблетки.
Восстал из мертвых? Лучше бы оставил костюмчик там. Это не лучший мой наряд, но он удобен и функционален. Сдать тебе Супермену, какое будет удовольствие? Не сегодня, дорогая. У тебя голова болит. Да, или заболит. На, я уже готов тебя нарезать. Это получается, разработали какие-то супер таблетки, если ты их глотаешь, то ты типа неуязвимый. И типа как Супермен, тоже непробиваемый, суперсилы у тебя появляются. На, свинью. Зараза. Иди под свинью. Я тебя сейчас еще и огрею разок. Сюда подходи лучше, окей? Вот так, молодец. А теперь на-ка! Блин, свинью! А! Иди сюда, подожди, сейчас я сам подойду. Стой там! На свинью! О-хо-хо, хорош! Подожди, давай будем свинью тебя бить! На! О, хорош! Отлично! Подожди! На! На! Бляха! Отстань! Блин, она мне все похерила, она нарушила мою... Это бесконечный цикл свиньи! Свиньевого удара! Она мне всю, блин, математику поломала. На! Зараза! Хорошо! На тебе пирог! Харю! Покушай! Сам готовил для тебя с любовью! Это монтировочно-пистолетно-ракетный гранатометный пирог! Пиги-пиги! И давай последний добивающий удар свиньей! Да, ну давай! О! Красава! Говорит, я бью, потому что могу. Красотка, если не обращать внимания на перья. Давай у нее перья срежем. Он реально срезает. Джокер. Воу-воу-воу. Раз, раз, раз. О, хорош. Так, тихо. К-к-к-и-и-и. О, забросал нормально. О, молодец. Сам ты сдохнешь, понял? Раз, 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 раз. Красавчик, вообще меткий. Раз, раз, раз. Раз, 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 раз. Отлично. Ты смотри какой. Да пошел ты в сраку. Я так могу весь вечер делать. Блять, подожди, промазал. О, хорош. Блять, чуть не добежал. Нихуя себе, ты сейчас я могу без боя его убить. А, все, короче, попал. А, блин. Чем дальше, тем больше надо было бросать. Суперменчик или тучая мышка вместе? Скажи, чьи сапоги приятнее лизать? Бэтмен преступник, как и ты. Я совсем другое дело. Так ты у себя дома, герой? О, нет, дорогуша. Бэтмен морочит молодые мозги, а я... вышибаю их из черепушек. Да, сейчас и твой тоже мозг вышибу. Смотри, у него уже здоровья мало. У меня, кстати, тоже, потому что он до меня, сука, добежал, понимаешь? Он до меня добежал и этим все мне похерил. Найтвинг, палку убери! Когда у Найтвинга палка появляется, это все становится очень плохо и проблемно для меня. А почему ты люстру не можешь кинуть? Ты же таблетку принял, Джокер. Ты же таблетку охуенную принял. Стой, 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 Найтвинг, стой. Я на эту сторону перейду, можно? Дай перейти на ту сторону, я хочу тебя пройти по арене, пробить. Да собака, он не дает мне тебе по арене прокинуть. Аккуратно. Сюда подходи лучше, окей? Подходи, давай, подходи, не стесняйся. Да сука. Вот, вот, вот. Да ну блин, чуть-чуть не попал. Да чуть... Попади... Вот, это я и хотел. Давайте, ребята. Стрип-пингвин, двуликий, загадочник, убийца Крок. О, вся наша компания. Пизды ему навалила. А вот цветочки ядовитого прыща. Которого в этой части нету, точнее, которая... А будет во второй части. Потом. За которую я до сих пор играть не научился. Нужно сказать Бэтмену, наша семья понесла тяжелую утрату. Их больше, чем нас. Идем. Можешь выключить. Спасибо, что так скоро появился, Бэтс. Привет, ребята. Какие планы? Блинчиков никто не хочет.
Джокер. Что? Ай! Ну почему она не любит блинчики? Что у тебя на уме, Харлин? А он что здесь делает? Мистер Джей может нам очень сильно помочь. И ты тоже с нами на экскурсии. Полагаю, он явился не один. Где Бэтмен? Вот один, прямо здесь. Твои глаза, глаза дьявола, совсем как у него. У кого? У Супермена? Его летающие дружки схватили Бэтмена. Моего Бэтмена. Нашего Бэтмена. Тихо, а не то я надену на тебя наручники и оставлю полицейским. Тогда зачем ты от меня от них спас? Если Бэтмена схватили, нужно его спасти. Чтобы вызвать твоего Бэтмена, нам нужно выполнить наше задание. О, люблю интересные задания. Ты не участвуешь. Сиди тихо со своим кланом и не высовывайся. Теперь ты мишень. А ты слишком опасен, чтобы оставлять тебя на свободе. Скоро к ним прибудет подкрепление. Идите, я вас догоню. Ты мне не нравишься. Так ты нашел их? Параллельное измерение. И как мы туда попадем? Никак. Мы перенесем их сюда. Без риска для команды. Хорошо, но проблема остается. Как мы это сделаем? С помощью этого. Модифицируем мою космодорожку. Перенесем их всех одновременно. Нам придется поработать. Прекрасно, не правда ли? Луна? Или игра света на твоей лысине? Я рад, что ты решил встретиться. Ты, наконец, готов присоединиться к нашему маленькому клубу? Дела идут плохо. А быть беглецом — это еще хуже. Ты так долго отказывался. Почему сейчас? Это личное. Зеленая стрела. Весело было, наверное, это все Супермен? Они рассекретили меня и заморозили все активы Уэйн Тек. Брюс Уэйн теперь никто. До сих пор поверить не могу, что с ним приключилось такое, даже учитывая то, что сделал Джокер. Супермен считает, что это он уничтожил Метрополис. Не улавливаю. Джокер каким-то образом одурманил Супермена, и тот поверил, что сражается с Думсдеем, но на самом деле это была Лоис. Джокер связал активатор бомбы с сердцебиением Лоис. Когда она и ее ребенок погибли, Метрополис был уничтожен вместе с ними. Супермен оказался уязвим. Возможно, впервые в жизни. Страх поработил его. Зеленая стрела погиб, пытаясь ему это объяснить. Ясно, сменим тему. Зачем вся эта охрана? Он же уже здесь все разрушил. А ты бы стал рисковать, имея дело со мной? Мне нужно включить запасной генератор Бэт-пещеры. Ты пойдешь со мной, вы трое. Охраняйте вход. Он в кабинете. План супер, но почему ты с нами не идешь? Если мы разделимся, ты сэкономим время. А ты лучше всего подходишь для того, чтобы обезвредить пушки. Ясно. Операция «Громовой орел» или типа того, началась. Туда. Холодно. О, черт. Убийца Мороз. Гранди, поиграем. Человек-стрела. О, черт. Человек стрела сделал Гранди больно. А, сейчас будет еще больнее. Так, на.
Отлично, 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 отлично. Наяривай, напидоривай, напидоривай, напидоривай. Хорош. Еще давай. Эй, эй, отвали! Че ты меня кидаешь? Хорош. А, ну смотри, тут можно целиться. Я не знал. Хорош, хорош, тихо, 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 аккуратно. Целься. Целься ему в пенис. Эй, 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 перестань. Да бляха, муха. Вот сволочь. Перестань. Бляха, тихо. Гранди, перестань. Все, все, достал до меня. Ну, собака ты дикая. Гранди бьет человека стрелу. Да это походу человек стрела тебя бьет, Гранди. На. 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 Блин, не попал. Тихо, 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 тихо. Он мощный, он, короче, человек-зомби. Не знаю, что там за него, за история была. Он был каким-то, типа, бандитом. Вот, и... Что-то там с ним случилось, он где-то погиб на каких-то болотах, и эти болота какие-то радиоактивные были. После этого он, типа, ожил, уже был ожившим мертвецом, и вот, типа, такой неубиваемый весь. Сейчас про него даже есть история в 4-м сезоне Готэма. Сериал, который сейчас выходит на канале Fox. И там его изначально звали Буч Гилдин, но это был, типа, его псевдоним. А на самом деле он был реально... Его имя Сайрус Голд. Этого Соломона Гранди. И он после того, как его там тоже убили... В лоб прям в него выстрелили. Вот, то собственно тогда он тоже как-то там воскрес и называет теперь себя Соломон Гранди. Кто Готэм пока не смотрел, те посмотрите. Я думаю, вам понравится, если вы любитель DC. Ну, вот так вот стрела легко расправляется даже с таким мудаком, как ты. До свидания. Отдыхай. Похоже, таблетка неуязвимости работает. Ах, боже. Фонарь, решающий удар. Хороший решающий удар. Веселитесь, ребята, на улице не суетесь. Глупая амазонка. Как нехорошо, Снежинка? Да, Снежинка, вообще нехорошо. Так. Давай с тобой разберемся, Снежная Королева, блин. Ты же тоже вроде как нормальная была. Убийца Мороз. Не, хотя Убийца Мороз это суперзлодейка, но вот в сериале Флэш, который я тоже, кстати говоря, смотрю, она там типа нормальная. Ее там типа эта Убийца Мороз сперва себе подчиняет, типа ее волю. Она не понимает, что делает, творит типа злые дела, а потом уже... И постепенно там она научилась ее контролировать. И теперь она как бы этими своими способностями замораживающими помогает людям. Но тут заметно, что она работает на режим Супермена, поэтому мы с ней сейчас должны разобраться. Вот хотели незаметно проникнуть в здание, чтобы, блин, тут все быстренько сделать, как надо. Нет же, уже, блядь, вступили в конфронтацию. Давай хоть выиграю раз. Ну, чё? Кто выиграл? Ничья? Ничья, сука, потому что шкала была одинаково заполнена у всех. А компьютер по умолчанию нажимает типа самую последнюю букву, которая активирует полное использование всей шкалы. Ну и ладно. Хер бы с ним. Тихо. Лед надо немножко растопить. Блин. Хорош, хорош. Все, до свидания. Я хотел согреться. Что я пропустил? Все в порядке? Типа, а где Гранди? Невесомости, на орбите. Как ты мог? Что с ним станется? Он же зомби. Пойдем. Супермен скоро узнает, что мы здесь. Так тебе нужен какой-нибудь сканер, чтобы распознавать двойников? Именно так. Это данные двойника Бэтмена, которого я держу на острове. Пригодятся. Но все равно потребуется несколько недель. Ты справишься. Как всегда. Рад помочь.
Ужина сегодня не будет. Стефану завезли говядины из Канзаса. В следующий раз. Думаешь, там, откуда эти двойники? Есть Лоис. Лоис была только одна. Я не видел Бэт-пещеры. Наши Бэт-пещеры, по крайней мере. Будет интересно. Посмотреть. Как здесь можно было что-то спрятать от Супермена? Не похоже, будто он что-то упустил при обыске. Стены пропитаны полимерами свинца. Он не мог узнать, зачем мы здесь. Экологично. А ты приложил много усилий. Это да еще и ДНК. Решение нейтрализовать Супермена нельзя принимать в одиночку. Поэтому я положил оружие в хранилище, которое открывалось лишь одновременным воздействием ДНК ближайших союзников Супермена. Наших двойников. Зеленая стрела погибла, остальные перешли на сторону безумца, поэтому мне понадобились вы. Ваша ДНК. Но там сзади, фонарь. Нормально так отхерачил. Вот. Камень. Ты бросишь Супермена камнем? Руки на сканер. Желтый? Компьютер. Начать распознавание. Готово. Пошли. Ты! Защищайся, или тебе будет хуже. Наш зеленая стрела был таким же надменным и таким же красивым. А то! Может, пошли с тобой на свиданку сходим, а? Забейте на того Супермена, чё с него взять? Я куда круче. У меня даже лук есть. Стрелы, которые никогда не промахиваются. Поняла, о чем я? У меня много-много стрел. Они длинные такие все. А у Супермена только одна стрела, и то уже обвисшая. Давай мы с тобой... Диана, давай, пошли. Оу, видимо, это было нет. Тихо. Значит, на. Значит, получай. А что ты думал, откажешь и... Я тебя так просто отпущу? Тихо. На-ка. Поджаримся немножко, Диана, поджаримся. Подморозимся тоже. Как ты меня морозишь, так я тоже тебя буду морозить. А теперь давай вот так. Хорош. Руки вверх. Это наша всесильная амазонка. Как-то слабо, Диана, слабо. Очень слабо. Высоковольтное напряжение, Диана, на. Тихо-тихо-тихо, аккуратно. Оливер, аккуратно, Оливер, осторожно. Короче, морозь ее. Да морозь! Блин, зараза, не дала стрелу переключить. Стреляй! Все, разбиваем, как Саб-Зира. И еще вот что. Наша чудо-женщина симпатичней. Во-во. А не ты, блин, кошелка старая. Артур! Артур!
Довольно, Адам. Тебе конец. Ты слишком много возомнил. И, конечно же, стрелу не ударил. Так и знал. Останется только один из нас. Ага, но я тебе не по зубам. Иди сюда, Адам. Ты что же, типа как Шазам, типа какую-то силу египетских богов в себя вобрал и стал таким охуенным красавчиком. Тихо, тихо, тихо. На. Раскроим твой лысый череп. Отправляйся к Супермену и скажи ему, что мы, блин, тут готовим против него нормальную такую щемилово. И что он никто против нас. Мы герои Земли-1. Земля-1, ты понимаешь? Земля-1 это всяко козырнее, чем Земля-2, потому что она один. Она по умолчанию уже на первом месте. Что мы рулим, чувак, мы рулим. А вы вот там вот остаетесь. А вы, ребятки, в жопе. Конечно, мощный, но я мощнее. Блин, собака. Он нас начинает догонять. Это совсем нехорошо. Давай в него, в бэткомпьютер его херанем. Почитай лучше о своем поведении на Википедии. Сука, на-ка. Собака. А ты, додик, будешь четвертым. Черт. Починить сможем? Криптонит цел, но оптический резонатор уже не починишь. Даже с помощью Лютера нам не собрать новый достаточно быстро. Нам понадобится помощь.